И снова всем привет. Сегодня я хочу немножечко вам рассказать про купоны. Что это и с чем это едят. В принципе, ну, насколько я знаю об этом. То есть, ну, знаний особых тут, в принципе, и не надо. В общем, что такое купоны? Купоны – это скидки. Скидки на определенные интернет-магазины, на AliExpress или на весь AliExpress. То есть, как получают купоны? Купоны получают за какие-то хорошие поступки. Или, например, купон вы можете получить по какой-то акции, которая проводится в официальной группе AliExpress, например. То есть дам вам ссылочку на официальную группу AliExpress под видео. Там иногда проводятся акции, которые разыгрывают купоны и тому подобное. То есть хорошая группа, честная администрация, очень лояльная и хорошо относится к своим, так сказать, клиентам, как к друзьям относится. Вот, в принципе, дам вам ссылку на официальную группу AliExpress. И расскажу вам еще о купонах. Купоны можно еще найти в интернете, просто написав купоны на AliExpress. Там множество разных купонов на разные интернет-магазины. И в общем на AliExpress, ну, не всегда они действуют, ну, скорее даже часто они не действуют. И еще, например, как я добывал для себя купоны, я просто-напросто у одного продавца делал много заказов. И после я ему сказал, мол, хватит, дай мне купон. Ну, просто попросил у него купон на скидку, то есть, ну, как бы объяснил это тем, что я твой постоянный покупатель. Он согласился и дал мне купон на скидку, по-моему, 5 или 4 доллара для своего магазина. И я ее использовал. В общем, как попасть на страницу просмотра купонов, мой AliExpress, купоны. Как вы видите, у меня сейчас один активный купон. Дали мне его награда за активную продажу моды. Я не знаю, за что это, я не знаю, кто мне его дал. Как-то я не понял даже, как мне его дали. Ну, мне, в принципе, все равно. На примере этого купона я вам покажу, как он действует. То есть купон на 3 доллара, за что мне его дали, на что он распространяется, все товары AliExpress, то есть не привязан к магазину, срок годности его и от скольки я его могу использовать. То есть я могу его использовать больше или 30 долларов. То есть на заказы дешевле 30 долларов я этот купон не смогу использовать. Поэтому покажу вам, как использовать такой купон. Я просто нажимаю «Использовать сейчас». Выбираю какой-нибудь товар. Пусть это будет какая-нибудь, я не знаю, камера. Цифровая камера. Ох, какая хорошая камера. Мне понравилась. Я ее, в общем, хочу купить. Выбираю цвет черный. И, как всегда, нажимаю «Купить сейчас». И, как вы видите, в меню, там, которое мы уже видели, меню, а заполнение сообщения, оплаты, в общем, выбора способа доставки, мы видим «Использовать купон» или «Купон-код». Нажимаем. И, как мы видим, высвечивается мой купон, который есть у меня, который я могу использовать. То есть, или я могу использовать другой купон, если у меня есть просто код купона. Правильно? Вот. То есть, если у вас есть код купона, обычно это в интернете находятся такие коды купонов. То есть, вы можете использовать код купона. Или иногда дает продавец код купона. То есть, а обычный купон я использую так. Цена 173. Нажимаем. И цена 170. Как вы видите, цена вот внизу поменялась. То есть после этого я оплачиваю, и оплачиваю я по цене 170 долларов. То есть вот так, в принципе, просто работают купоны на AliExpress и позволяют нам получать скидки. То есть чаще всего купон можно получить в официальной группе AliExpress. Там их разыгрывают очень часто и много всяких интересных конкурсов. В принципе, я даже так сейчас вам покажу эту группу. Вот официальная группа AliExpress. В принципе, все понятно. Вот как вы видите, проходят конкурсы. Постоянное генерирование условия конкурсов. То есть в этой группе постоянно проходят конкурсы. Можете присоединяться к этой группе. С вами был Данил Букреев. До следующих видеоуроков. Подписывайтесь на мой канал. Впереди очень много интересного, много посылок и много просто полезной информации для вас. Спасибо, до свидания.